Москве проходит совместное заседание Совета парламентской ассамблеи организации договора о коллективной безопасности и пленарное заседание организации. Казахстанскую делегацию возглавляет председатель Мажилиса парламента. В своем выступлении Ерлан Кошанов отметил, что встреча проходит в условиях сложной геополитической обстановки. В целом Казахстан нацелен продолжить взаимодействие с партнерами в сфере обеспечения коллективной безопасности. Ожидается, что в ходе заседания будут приняты документы по выработке новых подходов в борьбе с современными вызовами и угрозами и развитию сотрудничества в рамках ОДКБ. Напомню, уже 1 января Казахстан примет председательство в организации договора о коллективной безопасности.